«Я сама найду», – ответила 6-летняя Эльмира Скрипченко на предложение отца помочь ей подыскать следующий ход в шахматной партии. Уже в 3 года она самостоятельно расставляла фигуры на доске после очередного сражения шахматистов-родителей. А в 7 стала чемпионкой Кишинева среди девочек до 10 лет. О таких тренерах можно только мечтать. Мама – международный гроссмейстер Наира Дилановна Агабабян. Папа – заслуженный тренер Молдовы Федор Федорович Скрипченко. Отец составил для Эльвиры программу всестороннего развития. Помимо шахмат, музыка, спорт, изучение иностранных языков. Говорят, плакавшие ее видели в последний раз в 8 лет. Тогда она проиграла 100% выигрышную позицию. Плакала девочка не из-за поражения. Обидно было, что потеряла над собой контроль. Еще один проигрыш Скрипченко не забудет никогда. Последний тур чемпионата Молдовы. 14-летней Эльмире нужно вырвать хотя бы ничью. Но у кого? У явного лидера соревнования Наиры Агабабян, матери. Думаете, Наира Дилановна уступила? Нет. Через год дочь взяла реванш. А спустя пару лет она вытеснила мать с первой доски в сборной республики. И никаких обид никто ни на кого в этой семье не держит. У игры свои правила. В 16 лет Эльмира становится чемпионкой мира среди девушек. Это 1992 год. Семье Скрипченко Агабабян предлагают остаться на ПМЖ в Германии. Эльмира отказывается. На родине девушку встречают как героиню. Но спустя 10 лет она все же меняет гражданство. То ли любовь виновата, то ли не очень уж убеждали в самой Молдове. Сейчас Эльмира Скрипченко выступает за сборную Франции. Последнее ее увлечение – покер. Она даже заняла 2-е место во французском телевизионном шоу. Но основное время Скрипченко все так же уделяет шахматам – игре ее жизни.